мы в Москве на перроне ждем Аэроэкспресс. Это Павелецкий вокзал. Мы ждем Аэроэкспресс до Домодедово. Ждали-ждали, а его все нет и нет. Где же наш поезд? Где же наш Аэроэкспресс? Ну хорошо, сегодня не так уж и холодно. Как я уже говорила, в Москве не так холодно. Мы ждем его и ждем. Где же наш Аэроэкспресс? Это перрон. И вот он красненький появляется. Едет, ура! Едет наш Аэроэкспресс. Сейчас у нас унесет на вокзал. Нет, ну не на вокзал, а аэровокзал Домодедово. Мы поедем без остановок. Вот он такой красный. Красный. Звездочкой впереди. Аэропорт Домодедово. Сейчас мы поедем на этом Аэроэкспрессе. Да, кстати, билет теперь стоит 320 рублей на одного человека в один конец. Кстати, уже на Аэроэкспрессе есть также бизнес-класс. Не знаю, сколько стоит там, но у нас обычный. Через несколько минут мы отправимся в аэропорт Домодедово. Нервотрепок. Мы добрались до аэропорта без всяких остановок и задержек. Так, сейчас мы пройдем. Так, это аэропорт Домодедово. Сейчас нам нужно будет пройти через ворота, через зону контроля. Ну, не контроля, нас проверят, просканируют наш багаж. И потом уже я с вами встречусь внутри аэропорта.